правило. Согреть мясо чистым. О-о-о, хорошее правило, кстати. Был бы здесь фонарик, было бы получше. То есть ни хера не видно. Что ты там показываешь? Я ничего не вижу. Хотя и нельзя это смотреть, а эти-то. Ага. Давай. Всем привет, с вами Фоксан, сегодня я поиграю в Five Nights in Anime 3D. И сейчас я нашел какие-то игры, сейчас посмотрим, как они будут. Так что, погнали. Ну, короче, могу сказать, что вот модельки уже прикольно выглядят, да. Заткнись, все, фу, уйди. Правило. Смотрите, мясо чистым. О, хорошее правило, кстати. Я так заметил, что прошлое видео вам понравилось, это было смешное. Надеюсь, это тоже будет смешное, потому что если нет, то значит я лох. Не понял. Это куда? Не подглядывай, извращенец. Ой, сука. Не надо. Не надо. Я больше не буду. А, вот ты где, господи. Слышь, куда? Уйди отсюда. Был бы здесь фонарик, было бы получше. То есть ни хера не видно. Что ты там показываешь? Я ничего не вижу. Хотя и нельзя это смотреть, а эти-то. Ой, а ты что, глаза же косы или как? Ты показываешь, вот один глаз сюда, другой глаз туда вообще. Да как ты смеешь говорить при меня такое? Да ты хоть понимаешь, как ты обозреваешь вообще видео? Да ты понимаешь, что ты не можешь даже сделать видео, как я. Я заметил всех играх от Фни. Слышь, куда? Стой! В смысле, нет? Уйди. Что у тебя с глазами? Почему они все время куда-то в бок? Что там держишь вообще? Куда ты свои руки берешь? Я из-за тебя не могу сказать то, что я хотел сказать. Короче, во всех книгах, как я заметил, у Чики почему-то самые большие приколы. Я не знаю почему. Куда? Слышь, не выпендривайся. Куда? Вы офигели, что ли? Пять ночи, все, кыш отсюда. О, ну я, конечно, все понимаю, но как бы, слышь. Иди отсюда. Что это у тебя в руках, если ты рот открыла? Короче, уйди. Я... Видишь? Я там слышу тебе приятно, да? Настонала и ушла, да? Во, нормально. Нет, это был прикол, кстати. Я не буду вам показывать эти вонючие скримеры, короче, вам нельзя такое смотреть, вы маленькие еще. Куда? В смысле? Стоп, куда? Типа вторая ночь вдвоем сразу нападаете? Нечестно, нельзя. Ты охерел так близко идти? Иди отсюда. А, ты здесь, окей. Слышь, уйди. Вы охерели, что ли? Уйдите отсюда. Ушла. А что ты не стонешь? Вы что, заставляете меня второй ночью уже потеть или что? А что что-нибудь заставляет не того самого, короче, а то, что мы вот это вот. Да я слышу, как здесь уже как делаешь. И самое смешное то, что в этой игре можно использовать только одну руку. Чтобы второй рукой гладить свою голову. Затылок, типа, вот так чесать, а то чешется, короче. Смотри, самое смешное то, что я могу смотреть, но у тебя как здесь написано LED, IT. Ну вот это тоже смотрю. А, дискурсор у меня показывается на видео. А я не... Нельзя показывать, а то подумают, что я там... Извращенец какой-нибудь. Чё ты мне свои приколы так близко желтые показываешь? Не надо мне. Я уже тогда помню наигрался с приколами вашими желтыми, да? Не подглядывай. Мне вроде не страшно в этой игре, но я не хочу ловить скример. Ты охерел? Нет. Нет. Все, отстань. Я руки сложил на стол, короче, и буду смотреть на тебя, потому что я ничего делать не могу. Камеру я открывать не буду. Скример сейчас еще прилетит. Все, сидим до 5-6 утра, короче. Все, отстань. 5 утра, видишь? Все, иди вон. Вон пошла. Кыш, брысь. А, я досижу до 6 утра. Подела, все, короче, вот. Не откроешь. Уйди. Понятно, все, да? Дверь сломали мне, а мне похер. Вы мне сломали дверь, а я не сломался и не закрылся под вашими скримерами. Давайте, короче, так уж и быть. Ладно, скример напоследок. А то будет сейчас такие, скримеров нету. Давай, Чика, ты все время меня преследуешь. Своими желтыми приколами. Давай, я жду. Скример от тебя. Ага. Давай.
И че это за скример такой? Вы че, фу? Я думал, скример будет получше, а не то, что вот это вот. Типа, вот, большие приколы есть, а скример не прикольный. О, правильно, Бон, иди сюда, да покажи ты там, что умеешь. Чё же ты? Заходи. Я долго ждать буду? Не заставляй, как-то сказать это. Не заставляй меня ждать, давай быстрее. То сейчас... Ага. Это смотрит, а это стонет. Да заходи ты. Не понял. Да заходи ты, чё ты стоишь? Никитос, привет. Том, что... Я на втором монитор просто смотрел. Да чё это за скримеры, фу! Что приколы, фу, гадость, нет. Не-не-не-не, ужасный скример, значит можно их не ловить, я думаю они будут крутые. Всё, мейн меню. Модели крутые, по факту, да. Но скримеры, фу, ну что это? Налетите нормально, чё вы как на тех самых играх топовых не делаете? Ладно, игра хорошая, потом в следующей серии будем не продолжать. То есть сейчас сразу же буду. Всем спасибо, что посмотрели эту серию, с вами был я, Факсян. Поставьте лайки, пожалуйста, комментарии и колокольчик, хотя, да, все равно. Всем удачи, всем пока.